25 и 26 апреля в Днепропетровске пройдет благотворительный фестиваль для родителей и воспитателей «Как любить детей». Главная его тема – любовь к детям и забота о них. Новый взгляд на образование и работу с талантливыми ребятами. Гармоничное отношение в семье как основа для формирования гармоничной и целостной личности ребенка. Опытные педагоги и психологи будут проводить для всех желающих интересные и познавательные семинары, тренинги и мастер-классы. Стоит отметить, что по окончанию фестиваля каждый участник получит альманах с лекциями и другой полезной информацией.